В отдел полиции номер 1 города Оренбурга обратилась девушка, которая рассказала, что при переезде на съемную квартиру парень, который сдал ей жилую площадь, помогал ей переносить вещи, и после оказания данной помощи у нее пропал планшетный компьютер. В ходе оперативно-розыскных мероприятий данный гражданин был задержан. Но на этом дело не закончилось. Через несколько часов от этой девушки поступило еще одно заявление, где она указала, что этот парень сдал ей квартиру обманным путем. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту кражи планшета и по факту мошеннических действий, совершенных данным молодым человеком. Данный молодой человек задержан, свою вину признает, поясняет, что в связи с тяжелым материальным положением решил похитить. Сначала решил обманным путем сдать в наем жилье, сам предварительно сняв его у другой женщины на сутки и сдал девушке на месяц, взяв за это предоплату в размере 8000 рублей за аренду в течение месяца. Мы с молодым человеком решили жить вместе и начали поиски квартиры. Искали через интернет, через объявления, по знакомым. Одна из знакомых посоветовала нам обратиться к молодому человеку, который мог бы помочь с поисками квартиры. Мы обратились к нему за помощью, созвонились, встретились. Он обещал нам помочь, сказал, что другие варианты мы можем даже не рассматривать, не искать более. Мы составили расписку, отдали ему деньги. Также он обещал нам помочь с переездом. И в ходе переезда, после переезда выяснилось, что у нас пропал планшетный компьютер.